Да, войдите. Здравствуйте. Здравствуйте. Проходите, садитесь. На что жалуетесь? Работаем в ограниченном пространстве. Весь погрузчик по кругу уже помяли и покоцали. Что ж, мне все понятно. Я порекомендую вам Локуст. Толщина стали, из которой изготовлены все мини-погрузчики Локуст, составляет 10 мм, а у Локуст L12 03 12 мм. Это уникальный показатель. Корпус погрузчика более крепкий. Толщина корпуса увеличивает вес машины при сохранении габаритов, а следовательно дает больше устойчивости при работе с грузами. Я выпишу вам Локуст. Следующий. Ходите. Здравствуйте. Здравствуйте. Проходите, садитесь. Спасибо. На что жалуемся? У меня оператор профессионал, но очень крупный, ему в кабине тесно. Ну что ж, батенька, все понятно, вам поможет только Локуст. Удобная, просторная и технологичная кабина мини-погрузчиков Локуст на 15-20% просторнее кабин конкурентов. Удобное, настраиваемое сиденье и система отопления в базовой комплектации обеспечивают превосходный комфорт для оператора. Я выпишу вам рецепт на Локуст. Пожалуйста. Следующий. Ходите. Здравствуйте. Здравствуйте. Присаживайтесь. А, ну и что у нас? Болит? Катаю технику между объектами на эвакуаторе. Куча денег уходит на доставку погрузчика. Ну что ж, голубчик, ваша проблема мне знакома. Я порекомендую вам воспользоваться Локустом. Эти машины в базовой комплектации оснащены всем необходимым для перемещения по дорогам общего пользования. Фары, стоп-сигналы, сигналы поворота, боковые зеркала, закрепленные на раме мини-погрузчика и пластина под госномер. Скорость передвижения составляет от 14 до 18 км в час, что в среднем выше, чем у большинства конкурентов. И что позволяет им самостоятельно передвигаться между объектами. Секундочку, я выпишу вам рецепт. Локуст. Следующий. Ходите. Здравствуйте. Здравствуйте. Присаживайтесь, пожалуйста. На что жалуемся? Постоянно приходится делать ТО. Такое ощущение, как будто мы не работаем, а только обслуживаем технику. Я так вас понимаю. И я готов порекомендовать вам принимать Локуст. Периодичность ТО у этих машин реже, чем у конкурентов, поскольку сервисный интервал составляет 500 моточасов, а не 250, как у остальных. Это же позволяет существенно сэкономить на стоимости расходников. Примерно 100 тысяч рублей в год. Я выпишу вам рецепт на Локуст. Вот, пожалуйста. Следующий. Ходите. Добрый день. Добрый. Проходите, присаживайтесь. На что жалуемся, что болит у нас? Погрузчик постоянно застревает. Проходимость никакая. Несколько раз уже приходилось его вытаскивать. Вам поможет ежедневный прием мини-погрузчиков Локуст. Мини-погрузчики Локуст обладают повышенным клиренсом, а модель 1203 оснащена в базовой комплектации колесами увеличенного размера 12,5 на 18. Подождите, я выпишу вам рецепт. Пожалуйста. Локуст. Принимать ежедневно. Thank you.
Да, войдите. Здравствуйте, можно? Здравствуйте, проходите, присаживайтесь. Рассказывайте, что у вас болит. Ну, в общем, очень высокий расход топлива. Такое ощущение, что все заработанное уходит на солярку. Вы не первый батенька, кто приходит с такой проблемой. Благодаря конструктивным особенностям локустов, средний расход топлива у этих мини-погрузчиков существенно ниже, чем у конкурентов, и составляет 4 литра в час, что позволяет экономить до 500 рублей в год. Угу. Я выпишу вам рецепт. Локуст. Принимайте ежедневно, пожалуйста. Да-да, войдите. Здравствуйте, доктор. Здравствуйте. Проходите, присаживайтесь. Доктор, такая проблема. Очень тяжело проводить ТО. Ни до чего не доберешься. Надо быть гимнастом, чтобы фильтр поменять. Ай-яй-яй-яй-яй, как я вас понимаю. Я порекомендую вам принимать локуст. Радиатор охлаждения двигателя откидывается в сторону, открывая превосходный сервисный доступ для обслуживания двигателя. Кабина мини-погрузчиков «Локуст» максимально откидывается вперед, обеспечивая очень комфортную доступность к узлам и компонентам. Я выпишу вам рецепт. Вот, пожалуйста, «Локуст», будьте здоровы. Здравствуйте. Здравствуйте. Проходите, присаживайтесь. Ну, на что жалуетесь? В общем, когда продавали погрузчик, обещали, что будет поднимать вес, который мне нужно поднимать, а в итоге не поднимает. Понятно. Я порекомендую вам локус. Мини-погрузчики «Локуст» не только с легкостью поднимают указанный в паспорте вес, но и способны без проблем справляться с грузом примерно на 30% тяжелее. Сейчас, секундочку, я выпишу вам рецепт. Вот вам рецепт на «Локуст». Принимайте ежедневно и будьте здоровы. День добрый. Добрый. Проходите, садитесь. Что болит у нас? Рассказывайте. В общем, такая проблема. Обзорность у мини-погрузчика никакая. Ничего не видно. Точные операции на бортовом погрузчике – это однозначно мимо. Чем вы можете мне помочь? Я знаю, батенька, как решить вашу проблему. Я порекомендую вам принимать «Локуст». Все модели мини-погрузчиков «Локуст» обеспечивают круговую обзорность на 280 градусов. Это на 15% выше, чем у большинства аналогичных машин. Смотровое окно в крыше мини-погрузчика также больше по размеру, чем у конкурентов. И обеспечивает прекрасную обзорность при погрузке или разгрузке. Я выпишу вам рецепт. Вот, пожалуйста, «Локуст». Принимайте на здоровье. Следующий. Да-да, войдите. Здравствуйте. Здравствуйте. На что жалуемся? Что болит у нас? У погрузчика гарантия закончилась через год, и все посыпалось сразу же. А запчасти дорогие и не всегда доступны. Как я вас понимаю, это распространенная проблема.
Гарантия на мини-погрузчике Locust составляет 24 месяца или 1800 моточасов. Запасные части тоже недешево, но вполне доступны. Я выпишу вам рецепт. Алло, пожалуйста, Locust. Следующий. Да, давай. Здравствуйте, доктор. Здравствуйте. Проходите, пожалуйста, присаживайтесь. Ну и что у нас болит, на что жалуемся, батенька? У меня погрузчика не хватает высоты при разгрузке. Высокий борт никак не загрузить, приходится ограничиваться в выборе грузовиков. Что делать? Как я вас понимаю, размер имеет значение. Я порекомендую вам Locust. Высота подъема и выгрузки в среднем на 15% больше, чем у конкурентов. От 3250 до 3300 мм. Одной машиной вы сможете сделать намного больше. Я выпишу вам рецепт. Вот, пожалуйста, Locust, если сможете прочитать. Очень плохо. Войдите. Доктор, здравствуйте. Здравствуйте. Проходите, садитесь. Рассказывайте, да, в общем, что у вас болит. Доктор, работаем на стройке, сами понимаете, условия далеко не идеальные. Дверь в погрузчике уже неоднократно разбивали. Хорошо, оператор не пострадал. Что делать? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, что вы говорите? А. Я порекомендую вам принимать Locust, ведь забота о безопасности оператора для инженеров Locust стоит на одном из первых мест. Боковые окна, смотровое окно в крыше, так же как и дверь, надежно защищены прочной защитной решеткой. У меня вот есть много рецептов, я рекомендую вам принимать Locust в неограниченных количествах, пожалуйста. Батенька, принимайте Locust в неограниченных количествах, не бойтесь и будьте здоровы всегда. Это говорю вам я. Главврач Л.О. Кустов.